Двое друзей из страны ближнего зарубежья приехали в Саратов совсем недобрыми намерениями. Когда приехал в Саратов? Позавчера. Для чего? Чтобы отдыхать, гулять. Когда задержан был? Вчера. При каких обстоятельствах? При наркотике. В ходе личного досмотра у одного из задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 1 килограмма героина. У второго более 14 граммов наркотиков. Ты в Саратов с наркотиками приехал? Да. Сколько наркотиков привез в Саратов? Не помню, не считал. Примерно? 200 штук. А где хранятся они, данные свертки? Они... 80 штук у меня в кармане было. Позже задержанные указали место у одного из подъездов на улице Азина, где они уже сделали закладку. Из импровизированного тайника изъяли почти 2 грамма героина. Еще один 29-летний иностранный гражданин незаконно прибыл в Саратов. В его квартире обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой 236 граммов. С какой целью прибыли? Закладки. Какие закладки? С чем? Наркотические. С какими наркотическими средствами? Ну, как оказалось, я... В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и пунктом Г, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.